Кто из вас знал, что такое YouTube? С чего начинался YouTube? Какая была идея у создателей YouTube? Вот есть YouTube, где мы сейчас смотрим, где мы делаем каналы. Какая была идея у тех людей, которые создавали YouTube? Поисковик — это уже сейчас Google сделал из YouTube, да, вторую поисковую систему. Но это не Google придумал YouTube. YouTube придумали ребята. Я вам подскажу. YouTube изначально был как сервис знакомств. YouTube — это сервис знакомств. То есть вся идея YouTube была, чтобы это был сервис знакомств. И вот поймите, что вот ваши каналы, которые вы сейчас делаете, помните, мы говорили всегда, гибкое взаимодействие, ошибки, критика, да, какие-то идеи, потому что когда, если сейчас посмотреть, что такое сейчас YouTube и чем он был раньше, как он модифицировался, насколько он модифицировался, да, вот это надо понимать. Facebook — это раньше была социальная сеть, место встречи там студентов. Да, и там все это было, там были там чирлидерши, да, там фотографии. Инстаграм. С чего начинался Инстаграм? Понимаете, вы настолько уверовали в то, что сели люди такие, а может мы придумаем Инстаграм? И такие раз. Нет. Что такое Инстаграм? Инстаграм начинался с чекина. Люди куда-то приходили и чекинились. А потом они добавляли фотку в подтверждение того, что они там есть. Все. Airbnb. Надувные матрасы. YouTube — сервис знакомств, Instagram — чекин. Как это сейчас все модифицировалось? Это миллиардные компании, единороги там, да, со всеми там, с огромными бюджетами. Это вот настолько, потому что создатели даже не представляли о том, как это все модифицируется. И поэтому я вам говорю еще раз, когда вы создаете свой канал, очень важно, как вы в него вовлечены. И вы должны слышать и слушать критику, и анализировать, и делать результат. Потому что многие, у них пелена начинает застилать все, они такие: о, у меня есть классная идея, я по этой классной идее сделаю классный канал, потому что я звезда. Я как модель могу сказать, да какая разница, что вы можете сказать. Кто вы такая, что вы дали мне полезного, какую ценность вы дали мне, чтобы я вас слушал. Это важно. То есть сколько я после ваших советов смогу заработать.